Друзья, привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проекта makivara.ru, drshilov.com, blushin.ru. Итак, суть. Ловите последние деньки, которые дают потренироваться очень комфортно на улице. Вот сейчас стоит погода, да, ну вроде пасмурно, нету солнышка, довольно холодно, но это как одеться. Посмотрите, вот лес. Летом вроде в лесу заниматься хорошо, да, солнышко светит, птички поют, зелень, но все знают, где мы живем. Мы живем в нашей Раше, в нашей любимой России, да, где есть что? Комары, мухи, слепни и прочая всякая дрянь. Мошки, которые кусаются. Все это грызет, кусает. Особенно стоит только немножко вспотеть и кобздец. Сейчас же такая погода стоит. Замечательно. Прикрепил на дерево макивару. Поработал бой с тенью, пробежался, иду по лесу, могу остановиться, там дерево поколотить, там чего угодно. Ни одной, ни мошкары, ничего нету, ничего не мешает заниматься. Оделся, если тепло, хорошо, комфорт. И главное не одеваться очень тепло, чтобы не потеть уж чересчур сильно. Улавливайте вот эти тренды, которые дает погода. Она диктует моду нам на то, что делать и чем заниматься. И правильно говорит, у природы нет плохой погоды. Лавируйте. Если у вас хороший багаж методик тренировочных, вы всегда найдете, что в какую погоду можно и где делать. Это просто великолепно. И вот сейчас, на самом деле, в лесу можно заниматься чем угодно. Просто супер. И земля сухая, дождика давно не было, и подмерзла, потом оттаяла. Ну, просто великолепно. Я в белой вообще, сам толстовке, и в белых даже кроссовках. Вон, я кроссовки белые. И они остались белые, хотя я занимался в лесу, в траве и все такое прочее. По стадиону пробежал, в пятерочку, ну как обычно, там, в пятерочку, в десяточку. Ловите момент. О, смотрите, видите? Лужу вот эту, она замерзла, да, во льду. Вообще класс, так что вперед, не оправдывайте себя всякой дурацкой, это самая погода. Вот больше всего вопросов приходит, ну, ребят, ну, простите за выражение, ну, просто дебильных. Как начать, когда начать, ну, вот, а чем вот сейчас посоветуете заниматься, когда там осень наступила, нет уже листов. И смотрит там уныло кто-то, из кустов там и все такое прочее. Да чем угодно, блин, ребят, заниматься. Да и в любую погоду, и в любое время года. Вот много у меня мотивирующих роликов, да, похожи друг на друга, когда я постоянно говорю. Не должна погода влиять ни на что, не должно время в этом году влиять ни на что. Ну, опять же, повторяюсь. Ну, это я вам просто демонстрирую, вот, смотрите. Ну, же красота какая, ну, просто ловите. Фишку. Надо только выйти. На самом деле стоит только начать. Если взяться за дело безотлагательно, можно сделать он деление быстро и с большим удовольствием. У вас все получится. И главное, что сейчас в такую погоду, что получается? Кто стеснялся там или чего-то там? Ну вот вы выходите, занимайтесь. Никого нету вообще. Никто на вас не смотрит. Вот самое время начать. Будьте вы там толстожопиком или дрещом, там, не знаю, кривым горбатым. Никто ничего не увидит. И вы начнете заниматься. А когда пройдет это время, когда выпернутся все в парк или на улицу, вы уже будете в форме. Так что давайте, вперед.